Кандалакский индустриальный колледж в качестве одной из площадок конкурса «Мастер года» выбран не случайно. В учреждении одна из лучших в регионе электромонтажная мастерская. Именно здесь свое умение демонстрируют мастера, выступающие в номинации «Электромонтер». Претендентов на победу всего два – кандалакшанка Елена Макаревич и педагог из Карелии Сергей Ефремов. Сегодня они выполняют конкурсную часть, именно то, что они делают руками. Да? Обычно мастер производственного обучения, он призван для того, чтобы кого-то научить. Вот, и чтобы правильно понять, чему учить ребенка, надо как бы самому пройти этот не всегда легкий путь. Тем более сейчас мы уже внедряем новые стандарты, которые тесно связаны с WorldSkills. И, естественно, методика оценивания и приемы работы, которые используются при выполнении этого конкурсного задания, они тоже соответствуют вот тем направлениям, которые сейчас развиваются в движении WorldSkills. Практическая работа в мастерской – второй этап конкурса. Финальным испытанием для педагогов станет проведение открытого урока для студентов.